сама природа подсказала мне. Это любимая моя композиция. «Куница на дереве» – самое дорогое сердцу творение Виктора Петровича. То, как создавал ее, помнит до мелочей, хотя было это в далеком 1996 году. Найденная буквально под ногами старая коряга в течение 3 недель бережно выпиливалась, покрывалась лаком, постепенно приобретая замысловатые формы. Так оживает все, чего касаются золотые руки мастера. Мне всегда нравилось дерево. Сколько себя помню, мастерил, начиная с выпиливания. Рамочек для фотографий, полочки, шкатулки. Потом это переросло в серьезные занятия корнепластикой. Корешки, пеньки и ветки – все, на что обычный человек никогда не обратит внимания, для мастера становится источником вдохновения. На создание одной фигурки может уйти от недели до месяца. Первая выставка объединила 4 десятка работ. Кое-что осталось в мастерской. Все потому, что мастер – человек исключительной скромности и долго совершенно не считал то, что делает талантом. Зато его разглядели профессионалы. Это мастер, который дарит нам своим творчеством радость. Это человек, который способен вдохнуть жизнь, даже ничем не приметное дерево, ничем не приметный корешок. Просто удивляет, завораживает его работы. Внимание людей сделало свое дело. О принятом решении организовать выставку Виктор Петрович не пожалел и уже с гордостью показывает свои творения посетителям. Очень надеемся, что эта выставка будет первая, но не последняя, что впереди еще у нас с вами много интересной работы. Ксения Богданова, Андрей Белый, программа «Город».